чудовищная история. Пришли звери в гости к Бурундуку. Вдруг бежит к ним дрожащая мышка. Глаза от страха вытаращила. Видала я у норы чудовище. У чудовища черные глазищи, блестящие усищи, длинный хвостище, крепкие лапищи с острыми когтищами. Не пищи, не бойся, мышка, это лисенок рыщет, пищу ищет. Мы его на чай пригласим. Пирогом сошавелем угостим. Самый, самый сидит на пне лисенок. Вокруг него зайка, белка и мишка. Я, говорит лисенок, в лесу самый хитрый, всех обману. Зато я, говорит мишка, самый ловкий, всех на лопатки положу. А я, говорит зайка, самый быстрый, всех быстрей до полянки добегу. Разве это, говорит белка, самое главное? Самый, самый — это тот, кто самый добрый, всем помогает, никого не обижает. Зачем слоненку хобот? Однажды мышонок спросил у слоненка: зачем тебе, слоненок, такой длинный нос? Чудак ты, мышонок, всем известно, что мой нос называется хобот. Хоботом я
дышу, когда мне жарко, хоботом я набираю из реки воду и обливаю себя. Хоботом я поднимаю тяжелые бревна. А когда я шалю, мама грозит, что отшлепает меня хоботом, но не шлепает. Мама меня любит, и я ее тоже же люблю. Шланг пожарный вместо носа. Он огромный, словно дом. Это кто? Ребята спросят и ответят сами. Кто такие почемучки? Кто такие почемучки? Это те, кому все на свете интересно. Почему черепаха на спине домик носит? Зачем компасу стрелки? И куда нужно пойти, чтобы на другой край земли прийти? Почемучкам никогда не скучно, потому что им на все вопросы хочется найти ответы. Помни и ты, знание великая сила.